Настоящая из России. Русская душа. Открытая и щедрая. А это настоящая из Германии. Открытие щедрого выбора техники от мировых брендов. Цены душа радуется. Грандиозное открытие «Медиамаркт». В полночь с 9 на 10 декабря. Перцы Алатырь, Малышева 5. Номер один в Европе. «Медиамаркт». Настоящее с Урала. Горы сказочных самоцветов. А это настоящее из Германии. Горы фирменной техники. С 10 по 13 декабря спешите добыть себе в Медиамаркт ноутбук Dell. Диагональ 15,6 дюйма. 2 гигабайта памяти. Всего за 12 999 рублей. Грандиозное открытие Медиамаркт. В полночь с 9 на 10 декабря. ТРЦ Алатырь, Малышева 5. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Медиамаркт. Ну что, Данила мастер, не выходит каменный цветок? Настоящее с Урала. Родные сердцу сказки. А это настоящее из Германии. Родные бренды техники. Спеши на открытие Медиамаркт за любимыми брендами техники по сказочным ценам. Грандиозное открытие Медиамаркт. В полночь с 9 на 10 декабря. ТЦ «Алатырь», Малышева 5. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт. Да, я видела рекламу на дорогах, на телевизоре, на телевидении и также по радиоканалам. По телевидению ходят люди, раздают листовочки. Я считаю, что реклама «Медиамаркт» является очень запоминающейся, яркой и красочной. Реклама чудесная, она везде, пройти мимо нельзя. Вчера в интернете посмотрел, на Е1 увидел рекламу. И видела еще, девушки с флаерами ходили, раздавали информацию по магазину, по вашему. На улице Куйбышева. Магазин супер, даже в сравнении с заграничными. Значит, мне понравился зал, спокойно можно, так сказать, увидеть и пощупать руками. Особенно я посмотрел фотоаппараты. Да, очень-очень много товара. И девушки такие приятные, консультанты, которые рассказывают абсолютно обо всем, подробно, очень здорово.